Дмитрий, ну вот расскажите, как вообще вот вы в поселке у вас? Хорошо живете? Да, нормально. Хорошо, да? А вот скажите, как вообще вот с соседями у вас? Соседи вроде бы дружные, вроде бы все хорошо. Замечательно. А вот вообще семьи есть неблагополучные в поселке? Есть, но немного. Я бы не сказал, что они не такие благополучные. Ну, то есть вы помогаете, да? То есть отзывчивые соседи, да? Вы если помогаете? Если попросят помощи, помогаем. Замечательно. Дмитрий, а вот скажите, а вообще вот домашний скот есть в поселке у кого-нибудь? У нас в основном у председателя. В основном так у всех есть. То есть развиваете, да, сельское хозяйство? Ты меня ударила! Скажите, а вот какие-то мероприятия в поселке у вас проводятся? Да, у нас есть старшая поселка, также и председатель. Есть, делают. Ходите на мероприятия, на всякие? Да, да, нас просят делать плакаты. Делаем, да. Вот так дружно живут люди в поселке Ягодное. До встречи, друзья. Пошла к себе, проститутка. Чтобы больше ни одной ноги здесь не было твоей.